Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим процессы, протекающие при главном брожении, а также 4 стадии брожения. Большая часть экстракта сусла состоит из углеводов, и из них около 75% сбраживается. Так называемые сбраживаемые сахара. Часть экстракта – несбраживаемые вещества – к ним относятся декстрины, белки, минеральные вещества и другие. При спиртовом брожении в сусле протекают биологические, биохимические, физико-химические процессы. Питательные вещества, поступающие в дрожжевые клетки из сусла, под действием ферментов превращаются в различные промежуточные продукты, расходуемые на спиртовое брожение и рост дрожжей. Наиболее интенсивное размножение дрожжей, биологический процесс, происходит в начальной стадии сбраживания пивного сусла и заканчивается задолго до конца брожения. Основным биохимическим процессом брожения является превращение сбраживаемых сахаров в результате культивирования дрожжей в этиловый спирт и диоксид углерода. Этот процесс описывается уравнением Гей-Люсака. Из 180,1 грамма глюкозы можно получить 92,1 грамма этилового спирта и 88 грамм диоксида углерода. Наряду с этими первичными продуктами часть сахара расходуется на образование побочных вторичных продуктов. В результате из сахара получается не 92,1 грамма, а примерно 87 граммов этилового спирта. Сахара сбраживаются в определенной последовательности, что обусловлено скоростью их проникновения в дрожжевую клетку. В первую очередь сбраживаются свободные фруктозы и глюкоза. Сахароза предварительно гидролизуется ферментом бета фруктофуранозидазой дрожжей до глюкозы и фруктозы. После фруктозы и глюкозы дрожжи расходуют мальтозу, которая также под действием фермента альфа-глюкозидазы превращается в легкосбраживаемую глюкозу. Мальтотриоза расходуется дрожжами медленно и не полностью. В сусле, богатом мальтозой, мальтотриоза почти не сбраживается. Около 2% сахаров используются на построение дрожжевых клеток. Этиловый спирт и диоксид углерода являются основными продуктами спиртового брожения. Кроме того, в сусле накапливаются вторичные продукты брожения, образующиеся из сахаров. Биомасса дрожжей, глицерин, Уксусный альдегид. Уксусная, янтарная, лимонная и молочные кислоты. Ацетаин. 2-3 бутиленгликоль. Диацетил. В качестве побочных продуктов брожения из аминокислот образуются высшие спирты, оказывающие влияние на аромат и вкус пива. Вредное влияние на качество пива оказывают продукты брожения – диацетил и ацетаин, которых много в молодом пиве. Диацетил придает пиву медовый запах и привкус, а ацетаин – затхлый привкус. При дображивании концентрация этих веществ резко снижается. Их влияние на вкус и запах становится незначительным. На букет пива влияют диацетил, высшие спирты, сложные эфиры, альдегиды, серосодержащие соединения. В результате сбраживания сахаров преимущественно в аэробных условиях пивное сусло превращается в молодое пиво. Все образовавшиеся в нем продукты спиртового брожения участвуют в формировании специфического вкуса и аромата пива так называемый букет пива. При когда температура молодого пива снижается, в бродильном аппарате создается избыточное давление и условия брожения становятся близкими к анаэробным. Размножение дрожжевых клеток в это время резко ограничено. Избраживаемые сахара расходуются преимущественно на образование спирта и СО2. Сбраживание сусла сопровождается изменением PH сусла. В молодом пиве PH 4,2-4,6, что обусловлено образованием из сахаров диоксида углерода и органических кислот, преимущественно янтарной и молочной. Наибольшее снижение PH происходит на третий день брожения. Увеличивается титруемая кислотность пива. Физико-химические процессы характеризуются изменением окислительно-восстановительного потенциала RH2. RH2 равно минус логарифм H2, где H2 – молекула водорода, образовавшаяся при диссоциации воды. Быстрое снижение RH2 объясняется тем, что при брожении в сусли происходит уменьшение концентрации продуктов окисления и накопление продуктов восстановления. В охлажденном сусле RH2 больше 20. А в период интенсивного брожения, когда дрожжи потребляют весь растворенный кислород, на обменные процессы внутри клетки значение RH2 снижается до минимума, достигая 10. Кроме того, выделяющийся при брожении диоксид углерода вытесняет из сусла кислород что также снижает интенсивность окисления. В закрытых бродильных аппаратах RH2 пива ниже, чем в открытых, где кислород, хотя и слабо, но проникает через тонкий слой пены. Чем ниже величина RH2 в процессе брожения, тем выше качество получаемого пива. При высоких значениях RH2 сусло и молодое пиво темнеют. Вкус готового пива ухудшается, оно быстро мутнеет. Для своего развития, роста и размножения дрожжи потребляют азот-содержащие соединения сусла, Аммонийные соединения, аминокислоты, несколько хуже дипептиды и в очень незначительном количестве три пептиды. При этом 40. 45% азота они поглощают, а одну треть от потребленного азота выделяют в окружающую среду. В результате меняется состав азотистых веществ сбраживаемого сусла. При сбраживании сусла растворенные белковые вещества частично денатурируют, а затем флокулируют, слипаются и осаждаются. Во время главного брожения в результате осаждения белка и усвоение дрожжами азотистых веществ, содержание их в забраживаемом сусле уменьшается примерно на одну треть. При брожении осаждаются также полифенольные вещества. Образование этилового спирта, эфиров, снижение PH способствует коагуляции высокомолекулярных соединений сусла. Диоксид углерода, который образуется при брожении, сначала растворяется в забраживаемом сусле, а потом, после насыщения им сусла, начинает выделяться в виде пузырьков, на поверхности которых адсорбируются поверхностно-активные вещества – белки, пектин, хмелевые смолы. Пузырьки газа, покрытые слоем этих веществ, слипаются и образуют на поверхности сусла слой пены. В определенный период брожения внешний вид пены приобретает форму завитков, которая характеризует определенную стадию брожения. При брожении цветность сусла для светлых сортов пива заметно уменьшается, а для темных сортов изменяется меньше. Снижение цветности объясняется тем, что часть красящих веществ выводится с пеной, часть окисленных полифенольных веществ восстанавливается, а уменьшение PH при брожении снижает интенсивность цветности пива. Проявляются индикаторные свойства красящих веществ. В процессе брожения уменьшается содержание изогумулонов из-за их адсорбции дрожжами, а также вследствие того, что они частично выводятся пузырьками диоксида углерода в пену. При брожении примерно на одну треть уменьшается содержание полифенольных веществ. Дрожжи при главном брожении размножаются в 4 стадии. Точно так же, как при размножении дрожжей, в ходе брожения различаются разные стадии. Они выражаются во внешнем виде поверхности бродящего сусла, деки. В росте температуры бродящего сусла, постепенном снижении экстрактивности, образовании углекислого газа и этанола. И к концу главного брожения также в осаждении дрожжей и осветлении молодого пива. Первая стадия главного брожения, так называемый забел, проявляется тем, что начинает выделять углекислый газ. При низкой температуре сбраживания, около 5 градусов Цельсия, разбраживание происходит медленно. Сначала углекислым газом насыщается сусло, и только потом пузырьки углекислого газа начинают подниматься к поверхности. Через 12-24 часа на поверхности сусла образуется белая пена, похожая на хлопья, которая постепенно густеет. В конце этой стадии брожения уже явно заметно, углекислый газ освобождается главным образом около стенок бродильного чана, поднимаясь к поверхности вдоль стенок и смещая деку к центру. Это явление характеризует хорошее начало разбраживания. Количество экстракта в этой стадии уменьшается незначительно на 0,2%. 0,35%. PH снижается на 0,15-20%. Измерено после удаления СО2. Температура сусла поднимается в среднем на 0,2-0,3 градуса Цельсия за 24 часа. Во второй стадии брожения дрожжи размножаются быстрее и брожение углубляется. Образование углекислого газа наиболее интенсивное. Он освобождается быстрее. Пузырьки поднимаются вверх и образуют пену в виде белых розочек, называемых завитками. Этот период главного брожения называется стадией низких или белых завитков и продолжается 2-3 дня. Уменьшение экстракта более заметно, на 0,8-1,2% за 24 часа. Температура также возрастает быстрее, а обычно от... 0,5 до 0,8 градуса за 24 часа. PH снижается тоже больше. В конце этой стадии бродящее сусло имеет PH от 4,7 до 4,9, если исходное сусло имело PH 5,6. В третьей стадии высоких или коричневых завитков деятельность дрожжей достигает максимума. Завитки поднимаются, постепенно разрыхляются и приобретают коричневый цвет. Углекислый газ выносит на поверхность вещества, которые осаждались при брожении, главным образом в результате снижения pH. Это остатки взвесей, дубильно-белковые соединения, горькие вещества и другие соединения, которые на воздухе быстро окисляются и придают завиткам коричневую окраску. Температура возрастает быстро, так что уже в начале этой стадии бродящее сусло следует охлаждать. Снижение экстракта значительно на 1,8% за 24 часа. Размножение дрожжей в этой стадии приостанавливается в связи с уменьшением питательных веществ и недостатком кислорода. И до определенной степени также в результате скопления продуктов брожения, то есть углекислого газа и этанола. Эта стадия продолжается 3 дня. К концу pH снижается до 4,6-4,4 и дальше уже не изменяется. Четвертая стадия характеризуется равномерным опаданием завитков, связанным с образованием низкой и густой деки. Прекращается размножение дрожжей и брожения. Дрожжи до сих пор рассеянные, галлютинируют и оседают на дно. Поверхность молодого пива, которое при брожении была мутной, приобретает ржавый цвет и постепенно темнеет до коричневого черного оттенка. Молодое пиво медленно осветляется, Убыль экстракта существенно снижается, пока к концу стадии не достигнет 0,2-0,3% за 24 часа. Каждой стадии брожения соответствует изменению химического состава сусла и определенная концентрация дрожжевых клеток. Например, при сбраживании сусла для пива с концентрацией начального сусла 11% пиво Жигулевское – Содержание дрожжевых клеток во взвешенном состоянии будет следующим. Главное брожение продолжается от 6 до 14 дней в зависимости от концентрации сусла и температуры. Как правило, считается, что время главного брожения, указанное в днях, соответствует экстрактивности исходного сусла. 7% сусло 7 дней, 10 10 дней и так далее. Однако это только приблизительно, поскольку время главного брожения регулируется в зависимости от технологических требований и даже у крепкого сусла 16-18% не бывает больше 14 дней. В этом видео мы рассмотрели процессы, протекающие при главном брожении, а также 4 стадии брожения. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. И уведомления будут приходить к вам сразу после выхода нового видео. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Я уверен, что у вас есть люди, которые которым оно могло бы быть интересным. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего доброго и до новых встреч.